Один из наших заказчиков из Туркменистана – агрофирма по воспроизводству и выращиванию африканских сомов и осетровых пород рыб. Как и многие сейчас животноводческие предприятия, решил перейти на самообеспечение. Рыбная и мясокостная мука – это очень важный и необходимый компонент для выращивания осетровых пород рыбы. Ее доля в кормах должна составлять не менее 30%. Именно поэтому наш заказчик решил самостоятельно изготавливать протеиновые добавки в корма из отходов убоя и переработки птицы и рыбы способом экструдирования. После экструда отгранулировать и делать экструдированно-гранулированные корма. Оборудование для гранулирования заказчик уже приобрел, а за линией экструдирования обратился в ЖАСКО. Задачу обозначил четко. Имеются отходы убоя и переработки птицы, рыбы и зерновые. Их необходимо измельчить, смешать и пропустить через экструдер. Наши специалисты спроектировали линию экструдирования с учетом пожеланий заказчика. По просьбе клиента мы покрасили оборудование линии экструдирования в синий цвет. В общем виде линия представляет собой комплекс оборудования, где работа начинается с участка измельчения, куда загружается исходное сырье. После полученный фарш смешивается с зерном и экструдируется. Экструдат отправляется далее по производственной линии заказчика. Вы тоже хотите самостоятельно производить корм для своего хозяйства? Звоните! Команда ЖАСКО поможет с оборудованием.